Ох, ребятки, с вами Дед Мороз Куик, и сегодня мы с вами встречаемся в игре Сталкер. Я решил, что сталкерам тоже хочется отпраздновать Новый год, но у них его не бывает из-за радиации и так далее, и зимы вообще-то тоже нет. Тут бегают рядом мои зверюшки, которых я привел с собой, но я их не возьму к сталкерам. Ну что ж, давайте отправимся все-таки в деревню новичков и подарим хоть там подарки. Мешок с подарками мой. Я приеду к ним на БТРе, так как я Дед Мороз на БТРе, друзья. Конечно же, отправляемся. Я еду на БТРе с любимым сталкером. Так как это зона, то я решил подарить им тематические подарки, так как им нужно выживать. А для выживания подойдет разное снаряжение, которого у меня навалом, потому что я Дед Мороз, друзья мои. Дед Мороз, давайте припаркуем тут мой БТР, и потом я отправлюсь дарить подарки другим жителям Припяти. Например, собачкам, которые тоже хотят подарок. Например, какое-нибудь мясо. Но это я уже сделаю без записи. А это Дед Мороз Плей. Да, это канал Дед Мороз Плей. Куик Вульф позволил мне снять мое видео. И вот мои подарки. Я... сделал вид, что я обычный сталкер и залез сюда на чердак. Сталкеры даже не поняли, кто я. Я скажу, что я новичок, а я Дед Мороз. Я Дед Мороз, настоящий красный нос. Вот так вот. Итак, давайте заберем 15 подарков для моих любимых сталкеров, которые тоже хотят подарков. Итак, 254 килограмма весу. Итак, давайте спустимся. Всего-то тут 15 сталкеров. 14 из них вели себя более-менее хорошо. И только один сталкер, это Сидорович, вел себя не очень. Но мы подарим ему специальный подарок. Да. Специальный подарок мы ему подарим. Это мне не нужно. Итак, вот этот сталкер вел себя хорошо. Смотрите, сколько вещей для него тут припасено. 55 килограмм. Вот он, этот замечательный сталкер, вот он. Давайте подарим ему этот замечательнейший подарок, конечно же. Давайте ему его подарим. Подарим подарок, конечно же, потому что я Дед Мороз, и теперь у него такой вот замечательный есть подарок. Ты теперь крутой сталкер. Поблагодари Дедушку Мороза потом своими стишками. Так, здравствуй, Боря Оружейник. Ты вел себя не очень хорошо. Давай посмотрим, что тебе подарить. Так, это не тебе. Это тоже не тебе. Вот это вот, к примеру, подойдет, но лучше подарить все-таки вот это, потому что ты всегда хотел стать охотником. Я знаю твои пожелания, мой дорогой Боря Оружейник. Вот так вот тебе подарочки. Так, я знаю, один сталкер мечтал всегда стать настоящим долговцем. И я знаю, что это... почему никто не хочет разговаривать с Дедушкой Морозом? Почему вы все такие злые? Я же хотел подарить вам подарки. Ну ладно, все-таки придется вам их не дарить. Вот ты хотел стать долговцем. Я знаю, кем ты хотел стать. Потому что я... Это для Сидоровича. Потому что я добрый Дедушка Мороз, который знает, что тебе надо. И давайте, конечно же, подарим ему вот этот вот замечательный подарок. Где же ты? Где? Куда ты уходишь от меня, Дедушки Мороза, который хочет подарить тебе такие отличные и замечательные подарки? Вот, держи. Держи, мой дорогой. Теперь ты станешь настоящим долговцем. Можешь отправляться в бар и говорить то, что ты настоящий долговец. У тебя даже есть самый настоящий костюм и оружие настоящего долговца. Сколько же все это стоит? Конечно же, Дедушке Морозу было не жалко так растрачивать свои деньги, потому что ему не жалко, потому что я Дед Мороз, и я могу в любую секунду наколдовать себе огромное количество денег. Ты всегда хотел стать... Кем же ты хотел у меня стать? Ты хотел стать наемником, я знаю, ты хотел стать наемником. Вот, держи этот замечательный подарок тебе. Конечно же.
Нет, я тебе не то подарил, ну ладно, ничего страшного, ты тоже, наверное, будешь рад. Здравствуй, здравствуй, фанат, я рад тебя видеть. Кем же ты у нас хотел? Ты у нас хочешь стать более крутым сталкером? Конечно, держи тебе подарок. Ты не будешь военным, но у тебя будет очень хорошее снаряжение для охраны деревни новичков, пока не будет волка. Вот так вот, фанат, тебе такой вот отличный, замечательный подарок я тебе дарю. Итак, что же я еще хотел? Так, волк, 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 я знаю, что ты хорошо вел себя весь этот год, и хочу подарить тебе. Я знаю то, что ты путешествуешь часто по другим локациям, и у тебя есть брат-пес, это мы тоже знаем из чистого неба. Вот тебе вот такой вот подарок, вот столько вот разных вещей. Это костюм тебе зеленый, например, а ему оранжевый. И вот вам два калаша, чтобы вы путешествовали по зоне и изучали. Конечно же, ты не хочешь, сволочь. Ну ладно. Ты не сволочь, ты хороший ребенок, не хочешь даже подарки от Деда Мороза принимать. Но да ладно, ничего страшного, я забыл, где он лежит. Вот он, этот подарок. Вот, в общем. В общем-то, держи, держи этот подарок, забирай его себе скорей и увози его за 100 морей. И получишь 10 лет, потому что 18 ему нет. Вот, держи. Он, конечно, очень прочный. Вот, держи тебе подарок отличный от любимого твоего Деда Мороза. Итак, Сидорович, ты плохо себя вел этот год. На тебя жаловались сталкеры мне. Они говорили, что ты, когда они тебе продают что-то, ты говоришь, консервных банок бы насобирал. Вот тебе 183 консервные банки. На, подави своими консервными банками. Надеюсь, ты сталкеров теперь не будешь мучить этими тупыми словечками. Все, большего ты не заслуживаешь, Сидорович. Все, прощай, прощай, удачи. Ты плохой, малый. Вот он наклонился уже за подарком. У него просто болит спина, он не может его поднять. Потом поднимет. Пойдемте к Шустрому. Шустрый хорошо вел себя весь этот год. Он очень вообще хороший сталкер, шустрый. А что же ты хочешь? Ты хочешь хорошее оружие, я знаю это. Ты хочешь хорошее снаряжение. И что же я тебе даю? Шустрый, так как ты торгуешь очень редкими вещами, я дарую тебе самый дорогущий, самый лучший комплект. Хоть и вещей тут мало, но вы просто посмотрите на повреждения. Этот автомат убивает с одного выстрела даже самого опасного и живучего псевдогиганта. 1500 емкость магазина. Это мой специальный Абакан, который мой. Он вообще универсальный. Он вообще единственный в мире. И я дарю тебе этот подарок замечательный. Где же он? Я забыл опять. Ой, старый прохиндей, забываю, где подарки для моих любимых сталкеров. Хочу сделать заказ, конечно же, хочу сделать заказ. Старый прохиндей, блин, я опять забыл. Вот он, да, конечно, вот он. Я хочу сделать заказ. Держи, шустрый, держи. Эти подарки специально для тебя, дорогой мой шустрый. Конечно же, все. Вот, у меня для тебя кое-что есть тоже. Итак, давайте отправимся к другим сталкерам, конечно же. Тебе я дарил, конечно же, я тебе подарил подарок, конечно же, я же добрый Дедушка Мороз, я готов дарить подарки для всех. И что же, тебе я дарил, я тебе тоже дарил, вот это да. Ну что ж, здравствуй, я знаю то, что ты плохо себя вел, ты даже не хочешь разговаривать с добрым Дедушкой Морозом, поэтому я просто подарю тебе артефакт, это тоже очень важный, дорогой подарок, но ты всегда хотел иметь артефакты. Вот такой вот, смотри, большой контейнер специально для тебя. Для сейва узла, для тебя другой подарок. Смотри, смотри, рюкзак из прочного материала. Вот ты плохо себя вел, поэтому я не могу подарить тебе ничего, кроме как вот этот вот портфель. Держи, держи, дорогой мой. Как тебя там зовут? В общем, неважно, ты у меня почти что в черном списке, будешь себя дальше так плохо вести. Больше ничего тебе дарить не стану. Так, ты хорошо себя вел, ты танкист, я знаю, поэтому тебе нужно хорошее снаряжение. Вот, например, вот это тебе снаряжение как раз-таки пригодится, конечно же.
потому что я добрый Дедушка Мороз. Вот тебе, вот, вот, Сева танкист, будь дальше танкистом вот с таким вот клевым снаряжением. Надеюсь, ты будешь помнить Дедушка Мороза и вести себя будешь. Ты тоже хорошо, тебе я дарил подарок, а ты уже спер у бедного сталкера подарок. Как ты так можешь сделать? Так, а ты вел себя хорошо, и ты всегда хотел путешествовать по зоне. Я это знаю, смотри, смотри сюда. Зачем ты ходишь по кругу? Вот тебе снаряжение отличное, которое, с которым ты сможешь путешествовать по зоне, конечно же, на. Можешь забрать этот портфель сейчас, можешь где-нибудь его заныкать, конечно же. Я не буду против этого никогда, потому что я люблю своих детишек, которые хорошо себя ведут. Можешь путешествовать по зоне прямо сейчас и, конечно же, вспоминать Дедушку Мороза, который помог тебе в осуществлении мечты. И вот ты плохой, конечно, сталкер, но подарок тебе обеспечен. Ты всегда хотел уйти на болото, в чистое небо, я знаю это. Вот тебе подарок вот такой вот, очень хороший на самом деле. Но ты помни Дедушку Мороза, хорошо себя веди. Он даже подарок забрать не хочет. Ладно, заберет какой-нибудь хороший, добрый. Главное, добрый какой-нибудь сталкер, который хорошо себя вел. И остается два подарка для вас, сталкеров. Итак, вот ты стоишь, я знаю, что ты более-менее хорошо себя вел, и ты бы хотел охранять более важные объекты, а не только деревню новичков. Так что вот, держи, тебе вот такой вот ценный подарок. Ты сможешь охранять более клевые заведения. Например, базу долго ты сможешь охранять с таким вот хорошим подарком, конечно же, от Деда Мороза. Итак, остается последний подарок. Вот этот сталкеру, который вот он в доме. В доме ты тоже хочешь немножко путешествовать. Ну вот тебе в твоем доме. Вот я тебе на крылечко положил подарок. Можешь отправляться делать что-нибудь с ним прямо сейчас. Ну а я подарил подарки всем своим детишкам и еще кое-что хотел бы им подарить, конечно же. Что же я хотел подарить? В качестве моего самого главного подарка, так как сталкерам бывает лень отправляться в какие-то дальние вылазки, я дарую вам специальный автобус, на котором вы сможете путешествовать по всей зоне, и тут даже не нужен бензин. Поэтому этот автобус универсальный. Он, правда, может взорваться, так что лучше не едьте там, где по вам будут стрелять. Но этот автобус будет вашим, потому что вам нужно путешествовать. Вы любите путешествовать, я знаю. Поэтому вот вам подарок. Такой вот полезный подарок, на самом деле, автобус. Пользуйтесь на здоровье, вот он. Потом загоните его там к себе. Ну что ж, мои дорогие сталкеры, я с вами прощаюсь на этот раз. Я легенда, да, я буду легендой до конца, потому что я... Вот он я Дед Мороз, великий сталкер, вольный, безразличная репутация, потому что в меня многие не верят. Чтобы она была великолепной, в меня должны верить все, но в меня многие не верят. Верьте в меня, у меня 28 тысяч репутаций, потому что я хороший сталкер, не сталкер, а Дед Мороз. Ну что ж, я отправляюсь дарить другим обитателям зоны подарки. Ну а с вами я, сталкеры, прощаюсь. Надеюсь, вам понравятся мои подарки, вы будете ими пользоваться, и они принесут вам только радость и счастье. Даже те подарки, которые не особо-то были ценными и полезными. Ну что же, на это все я затратил очень огромное количество денег. Но деньги — это вода, они для меня не имеют значения вообще. Там летает вертолет, он прилетел за мной, чтобы я улетел в Припять, дарить другим сталкерам подарки. Ну а с вами я, дорогие мои ребятки, прощаюсь. Конечно же, будьте счастливы, радуйте своих родных и близких. И, конечно же, всем спасибо за то, что вы посмотрели Дед Мороз Плей и этот блог. И, конечно же, я с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока. С вами был Дед Мороз. Удачи и, конечно же, счастья вам в новом году. И пусть все нелепые ситуации в старом году забудутся. Всем пока.